В районе происходит несколько схожих по почерку ограблений женщин. Преступник работает быстро, жертвы даже не успевают разглядеть. Последнее нападение заканчивается убийством. У Люси первый рабочий день в полиции. Девушка полна решимости помогать в раскрытии серьезных преступлений. Но майор Потапов не готов терпеть в отделе гадалку. К тому же криминалиста Марина, с которой у Потапова намечается свадьба, начинает видеть в Люси соперницу. Полиция задерживает убийцу женщин. Ни у кого, кроме Люси, не возникает сомнений в его виновности.